Всем привет и здравствуйте! У нас продолжается марафон по группе Monster X 28. Трек, точнее клип Love Killer. Все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, и мы начинаем. Got room for one more. Oh, I'm sorry, did I make you anxious? Омюхаги умчигил лайк Сумчуя моги гамер саняна Памбокбенен кисам Согурим писан Пайка сарен дако Идже ноуана. Немножко сцена с автобусом напоминает начало фильма «Темный рыцарь», где Хит Леджер в роли Джокера ведет себя примерно так же, ну или наоборот. В принципе, как обычно для Monster X, зажигательно, что еще сказать? Ну, если вы умудрились смотреть марафон от начала до конца в один день, то есть пришли ровно к концовке, то для вас это вообще не будет удивительно. Ну, если вы приходили сюда каждый день на канал, то есть через день, то тоже не будет удивительным. Для всех остальных рекомендую посмотреть предыдущие видео, потому что все они как бы являются большим полотном, где я про группу говорю всякое приятное. Или не очень, придется проверить. That's right, you look in my eyes, straight into my eyes, and just say I want you to eat me like a main dish. To go a day to the hottest, eating clish, but I'm gonna pass it. 나 좀 더 자극적인 걸 원해 hot. 더 날카롭게 갈기 세워. I'm a savage, savage, the love is rare. 가뿐히 널 만족시키지, 넌 비슷하지도. I'm a slay, I'm a chill, I'm a kill. Кстати, так вот, достаточно грязный такой тембр для читки выбрали, такой немножко рычащий, дерзкий, резкий. Чуть-чуть повеяло Big Bang и Block B, слегка вот именно в манере чтения именно в этой композиции. Но, опять же, все друг у друга заимствуют, и ничего в этом плохого нет. Кто знает, может быть, это их любимые группы. Если вы обладаете подобной информацией, то пишите в комментариях. В принципе, композиция плавно перетекает куплет в припев. На мой личный взгляд, достаточно плавно. Либо я уже на четвертый час записи все буду считать плавно перетекающим. Но, опять же, бодро. Что еще добавить? Ну, они здорово поют, хорошо читают рэп. Ну и часто любят использовать синее освещение в клипах. Наверное, еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание. I'ma take you down. Oh, I'm sorry, did I make you anxious? Все, что могу добавить,
Отличная группа. И хороший бас. Да и все остальные синтезаторы и прочие инструменты тоже, как обычно, радуют. Ну, в общем, я просто уверен, что с продюсерами и композиторами вопросов у Starship Entertainment нет. Ну, учитывая, что группа Monster X сама в составе Starship Entertainment находится, то даже если они все продюсировали, неважно. Вот пока я еще просто записываю, и потом только пойду смотреть, узнавать, кто это вообще все сочиняет. Хотя я ранее говорил, что там принимают участники некоторые из коллектива непосредственную работу в некоторых композициях. Ну, в общем, какая разница? Песня «Балдёж», плейлист отлетает, список бустеров на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, YouTube-спонсоры и донатеры. Благодаря вам все это выходит, несмотря на то, что у меня уже солнце поднялось и скоро опустится, пока я записываю это. Вот, настолько несмотря ни на что. Спасибо. Далее. Бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие, умелые или хотите стать таковыми. В общем, разные варианты есть. MP Reviews, K-Pop новости, MP Entertainment музыка, телеграм-канал Хаплокация по-прежнему. Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока.